Итак, всем привет, с вами я, Лола Ложка Крис, и, наверное, уже все видели спойлер к 8-му сезону 2-й главы Fortnite. Единственное, что у нас есть на данный момент об 8-м сезоне, это то, что нам показали очки, дробовик и гитару. Без изменений не осталось лобби. Там добавился телевизор и стол, на котором что-то лежит. По моим предположениям, это стационарный телефон. Вот просто посмотрите схожесть. К сожалению, я не нашла точь-в-точь такой же телефон. Теперь давайте разберем очки, гитару и, как бы это странно ни звучало, дробовик. Начнем с очков. По моим предположениям, эти очки будет носить один из персонажей, который вскоре будет либо в боевом пропуске, либо как секретный скин. Про гитару могу сказать такое же. Это будет увлечение одного из героев. А вот этот дробовик, может быть, добавят во 2-й главе 8-го сезона. Возможно, очки и гитара могут принадлежать одному и тому же герою. Это мы узнаем уже в самом 8-м сезоне. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока-пока.